Оперативное совещание по работе коммунальных служб прошло в мэрии города. Встречу с руководителями ведомств провел мэр областного центра Юрий Гришан. Руководители коммунальных предприятий выступили с недельными отчетами, рассказали о возникших проблемах и способах их решений. Также градоначальник подчеркнул, что основным вопросом на сегодняшний день остается прохождение отопительного сезона в городе. Руководитель департамента ЖКХ мэрии Магадана Анатолий Худинин отметил, что все многоквартирные дома подключены к теплоисточникам. Однако остаются некоторые проблемы местного характера, но они отрабатываются специалистами управляющих компаний по заявкам. Павел Жоров, директор теплосети, сообщил, что специалисты предприятия уже закрывают разрытия после проведения ремонтных работ. Кроме этого, КЗХ продолжает обустраивать областной центр. Рабочие ремонтируют лестницы, контейнерные площадки и обустраивают газоны. Также Юрий Федорович поднял тему о своевременном вывозе мусора. Он Евгений Петрович, тоже в программе «Столица», мы ему там контейнеры покупаем, а ему надо водителей привезти на самосвалы, посадить и на мусоровозы. А с технику купить несложно, людей нет, которые на них бы ездили. А с учетом того, что в две смены работать, вообще бы нам два крана, это как четыре крана, если две смены работать. Кроме этого, руководитель управления административно-технического контроля отметил, что 24 сентября в областном центре пройдет Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» и эколого-патриотический проект «Лес Победы». К уборке территорий приглашают различные организации и учреждения. Участникам будут выдаваться талоны на вывоз твердых коммунальных отходов. Дмитрий Николаевич, пожалуйста. Я попрошу руководителей